Короче, я не знаю, тут нет того, кого бы я хотел постричь. Ну, братишкин, ладно, может, я бы вот его бы, может, постриг. Так, я вчера вроде к нему заходил, там никакого донейшна у него нет. За сколько он пострижется вообще? Кто-нибудь знал? Чё? Что? Не, я не буду стричься, вы чё, пацаны? 20 миллионов. Пишешь, что он пост ТГ делал. Слушайте, вообще, знаете, что я могу еще предложить братишкину? Может, он передайте? Сейчас точно скажу, сейчас вам скажу. За 120 тысяч долларов пострижется вам? Вот, ну, если прямо сейчас закинуть 20 отдельные. Братишкин. Но это нормальная хуйня. Я не предлагаю в 3 раза меньше. Я предлагаю на несколько миллионов рублей меньше. То есть, ну, на конкретно 8, если он предлагал 20. Там 8,5. Ну, короче. Ну, не, ну, это 120 тысяч долларов, если что. Сука. Ну, ладно, 11,300. Да. Не, ну, хуйня брать, ребят. Спасибо, не надо. У меня на Твиче просто только сейчас лежит. Как бы. Он сказал нет? Нет? Чего, ну ебан? А, ну это в принципе... Ладно, в принципе он того может и стоит, на самом деле. Братишкин как бы... Популярный стример. На самом деле популярный. На него гореть не буду. А мне интересно, а за 17 нет? Типа, ну, это так просто вопрос. Я ну, еще не... типа, то есть 20 и не... там 300 тысячами рублей меньше, да? Типа вот так? Типа, просто, ну, 20 и пизда. Просто, я не знаю, я бы, наверное, тогда уже за 20 гинсуху побрил бы, не? И то было бы как-то... Вот ладно, вот... что бы вам бы добавило больше эмоций? Вызвало больше эмоций? Братишкину постричь, например, гинсуху? А что произошло, типа? Про меня упомянули где-то или что народ пришел? Спрашивают, зацените. Не знаю, может он стримит сейчас. Ну, так много людей произошло. А, стример. Не, ну короче, я не буду стричься. Вот как бы вот. Да не, ну самый край, не самый край, похуй. Могу хоть 20 лямов. 30, я не буду стричься. Типа, вместо стрижек куда-нибудь задонатить еще в другое место. Или быть начинающим стримером. Типа, чуваки, я держал и больше денег. Мне я заработаю. Так что, я же говорил уже про это, вы че? За базар ответил. Мне не нравится вот эта хуйня, типа... купить стримера. Мне вообще это неприятно. Вот там кто-нибудь общался с самоустроем нормально? Да, пожалуйста, бесплатно. Покупать это вот уже занимался бы творительностью. Пришел бы мустрой ко мне и сказал: Васян, у тебя там кредитов висит на 200 тысяч. Васян, давай ты потрися, я не хочу, иди. Не, я чисто понял. Мистер Бист, схожу, закрываю кредиты стримером. Да. Удачи прохождения, спасибо. Хорошо, хотя бы адекватно пошли, типа. Я думал, сейчас мне полчата разнесут. А некоторые, это самое, стримеры уже сидят, смотрю, сидит на 7 зрителей название стрима. Подстригусь за 170 тысяч. Да, жакнул, 50 рублей ему денег высчитал. Потому что жакнул, как все стримеры пусть спускают. Пусть ходит за бесплатно, у него вши просто. Запускают, когда Малстрой запускает, все стримеры подрубаются. Да. Ну, такая хуйня. Там торгуются еще из-за лысины, ценники. Да. 300 тысяч и брови. Да, ребята, хоть 40, я не хочу, правда. Не буду просто. Мораль выше моя. Я говорю, мы не знакомы. Типа, будь это кореш, я бы с ним наспор бесплатно бы. Не хочу. Давай на лысо пострижемся, Вов. Не хочу, чтобы с меня контент делали. Все, типа, давай за бесплатно пострижемся. Вон, моих корешей можно хоть по 100 рублей побрить, вон. Я говорю, давай на Цуефа сыграем, кто проиграет на 100 рублей, я даже яйцо не побрею. Ну, я, кстати, бесплатно их брею, Вася.
А я вот жду. Я конкретно за себя затираю. Вот сидят еще два стримера. ХЗ, что у них там? Вот. Я потерялся. Я, нет, не думайте, короче, чуваки, не думайте, что я цену набиваю. Нет, типа, там, я не набиваю цену, просто не хочу. Все, я так не привык. Не хочу. Типа, я понимаю, что там бабло есть, оно прям сейчас капнет. Не, надо, не хочу. Да лучше пусть просто подождет Мелстрой год, лет 10 и все. Да, я облысею сам бесплатно, типа, какой 10, там, 2 года максимум, у меня уже он... У тебя волосы, я не понял, они просто назад сдвигаются, и они скоро у тебя на спине расти будут. А, он только что сказал, что даже за 40 лямов не пострижусь. Может, у него псориаз на голове? Потому что других причин я не могу найти, типа, или как это вообще понять?